Друзья, если хотите получить больше информации, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Сегодня Православная Церковь вспоминает двух святых – мученика Марина и преподобного Пимена Многоболезненного. Пимен, по прозвищу Многоболезный, родился в XI веке и с детства был подвержен различным болезням. Он просил родителей отвезти его в Киево-Печорскую лавру. Отец и мать послушали своего сына и, придя в обитель, стали горячо молиться о том, чтобы Пимен выздоровел. Однако сам же Пимен просил Бога продлить его страдания и решил постричься в монахи. Долгие годы преподобный болел, но, несмотря на это, смог сам исцелить человека с тяжелым недугом. Также он делал предсказания, которые позже сбывались. Выздоровел сам Пимен за 3 дня до своей смерти. Это помогло ему завершить все свои дела и проститься с родственниками. Кроме того, 20 августа почитается память мученика Марина, который жил во времена правления императоров Галена и Валериана в III веке. Он был родом из знатной римской семьи. Святой исповедовал христианство, поэтому подвергся гонениям со стороны язычников. После жестоких пыток его обезглавили. Святому Пимену молятся о выздоровлении, излечении болезней. Молитва преподобному Пимену Многоболезненному. О священную главу преподобня Отче. Приблажение о Пимене. Не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасло еси, и не забуди посещать и чад твоих. Моли за ны, Отче священный, за дети твоя духовная, яко имея дерзновение. К небесному Царю не примолчи за ны ко Господу, и не презри нас верою. И любовью чтущих тя, поминай нас недостойных у престола Вседержителева, и не престай моляся о нас. Ко Христу Богу, ибо дана тебе, бысть благодать за ны молитеся, не мним бы от тя суща мертва, а що бы от телом и приставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываешь, не отступая от нас духом, сохраняя нас от стрел вражьих, и всякие прелести бесовские и кос, не и дьявольских, пастырю наш добрый, а еще был и мощей твоих рака. Пред очима нашима, видимо, есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинства, со бесплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстояще, достойно веселиться, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суще. Тебе преподаем и тебе молимся. Молися о нас всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно придем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей, и от вечной муки да избавимся, и небесного царствия наследницы, да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу, нашему Иисусу Христу, ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным его Отцом, и с пресвятым, и благим и животворящим его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.